боль, страдания, унижение. Боже. Ну что, продолжаем играть в Боше. Надо Мегамена валить. Достал он уже, честно говоря. Хотя я, в принципе, не так уж долго на нем вожусь, но что-то, если честно, как-то он не очень. Ну, он того не стоит, он же изич, наверное. Так, у меня тут идея появилась. Во, я же могу встать на этот телепорт. И как-нибудь удобно засейвиться, наверное. Ой. Типа, вот так, не? А, вот так. Ой. Даже здесь умереть можно. И вот так. И музычка. Ну, я пока музычку включал. Так, так, так. Очень жарко, поэтому я не в гарнитуре сижу, то есть ну, короче, микрофон на столе лежит. Вот, поэтому, не знаю, насчет громкости, там отписывайтесь. Привет, Тор. Да, что-то ты, Тор, меня отогнал, и это вообще какое-то палево. Я не знаю, но надо, блин, с этим как-то решать. Так не должно быть. Опа, пузырек взлетел, что-то слоупок. А наушники, ну, я тут за 20 рублей купил наушники. И вот я в них тут, в общем-то, сижу. То есть, ну, вкладыши обычные. Что-то я затупил, короче, жестко. Тор, а насчет пропуска вот этого, да, чтобы Мегамен сразу прилетал, да? Блин, почему для меня это было не очевидно? Потому что уже начиная с Соника пропали вот эти вот пропуски. На скелете не было, на Сонике не было. Поэтому я думал, что все уже и тут не будет. Это было на Рю, на Китти и на Марио. И то на Марио, там и так коротенькая, в принципе, это была заставка. А, ну и на Биоланте тоже, да, было. Ну вот, ну короче, на первых четырех было. Чего ты там пишешь? Не, на Соннике ты чё, он же сразу YouTube Slow и прибегает. Ну, не ходи, Тор, никто тебя не заставляет. 68, но я не буду, Тор, стараться здесь, ну, как-то раздамажить. Не сразу это к чему фраза, я что-то не очень понял. По поводу Гасты у меня, соответственно, мнение мое никак не изменилось. Я уже, в принципе, его высказывал. Я его буду использовать. Потому что это не использовать Гастри, это все равно, что не использовать оружие в контре, например, в хардкорпс там, да, ну, дополнительное. А пользоваться базовым. Ну, то есть это такой челлендж чисто хардкорный, а я хочу просто пройти больше, так как задумывал разработчик именно. Разработчик задумывал, что Гастри помогает на боссах. Что-то я вот стал это слабо спамить, я раньше за два круга вообще легко, то есть он уже второй раз не успевал прилетать. Не, ну Тор, ну ты очень долго от этих колец уворачиваешься, как и я. Но и кстати, да, спасибо за подсказку, я теперь тоже буду слева, потому что он же справа скользит, а я об этом как-то не думал. Ой.
плохое кольцо. Ой-ой-ой-ой. Вот прикольно оно, блин. Прям, блин, ну жесть. Траектория, конечно. Соник отдыхает. А чего оно как-то подвисло, как будто? А, Тор, то есть там можно пропустить одну секунду, да? Ну отлично, это прям так помогает. Ну это я даже не замечал, что там это есть, если честно. Так что это бред вообще. Ну ладно, факт, что там я этим не пользовался, на скелете этого нету. И, ну, как бы, я и забыл вообще, что это возможно. И тут как бы нету какой-то явной заставки, просто небольшое ожидание, пока он вылезет. Мегамен, ну, спрыгнет. Я как-то не думал, что он тут есть. Ну ничего, главное, разобрались. Да что это, ну... А, да что, оно как-то неправильно прилетело. А, музыка не сначала. Ну так ты тоже можешь то же самое сделать. Никакой проблемы не вижу. Что я делаю, лол? Ну, в общем, Тор, я тебе конкретно говорю, ты меня сагитировал поиграть. Я вообще, как бы, да, я же стримлю в четверг, в воскресенье. Я вообще никак не планировал. Но, блин, что-то ты жесткий какой-то стал. Больше, блин, сел играть по собственному желанию. Сейчас я почитаю попозже. Ух ты, я даже попал в этого летуна. Да куда? Ну там вообще жесть зажимает. Ну как мне шипы жить, мне кажется. Не, ну не больше, чем на соднике, конечно, но довольно-таки прилично. Ну вообще да, странно, что у тебя шипы такую сложность вызвали. Не, ну я потом в конце стало получаться явно как-то. Ну прям почти подряд. У меня просто было там проблемы с инетом и со звуком, поэтому я не всегда там мог следить, почему у тебя получилось. А, ну то есть все-таки двойной прыжок, да? Ну вот, я же говорил, что двойной прыжок. А почему он так странно летит? Он же не так должен был лететь. Да, странно, он по-другому летит, я не понимаю. Он же всегда летел наискосок, слева направо, вниз. Я перепрыгивал и все. А сейчас что-то он думал лететь по-другому.
А, Сейспот, ну, если дойду, ну и то, я-то не знаю, я смогу его преодолеть или нет. Ну, ты можешь вот всегда посмотреть. Шестьдесят семь. Да, по-другому он стал летать. Вот это поворот. Неужели из-за того, что я заставку пропускаю? Ну-ка, блин, я не понимаю просто. Ну, тут же вроде все должно быть нерандомно. Точнее, оно сейчас как раз-таки не рандомное, оно просто другое. Как будто что-то переключилось и все. Какую Камилу, Тор? Что тебе в голову взбрело? Я не собираюсь Камилю эту стримить. Ты что, хочешь, чтобы я упоролся, что ли? Вот! Он по-другому летит. Реально зависит, походу, от того, включаю я заставку эту или нет. Ну, если Тор, ты будешь Камилю стримить, тогда я тоже. Блин, прилетел. Да что такое? Почему он изменился? Ладно, все, я не буду переключать эту заставку, потому что это явно не в тему. Я перестал его проходить. На другой игре, да, больше он стримит, что ли, тоже? Больше я не видел, чтобы он стримил. Да я не так, был один раз или два раза, не более того. А что там в описании? Ну наконец-то, блин, вот это я разучился что-то. Да. Так, ну вроде размикрил. Колечко летит. Колечки закончились. Ой, в смысле, эти пузырьки закончились. Так, что-то тут как-то неудобно очень, они все летают сейчас. Блин. Так, наверное, сейчас надо снять, я хочу сказать, хорошо помнить игру, а вон и без игры. От 300 тысяч рублей? Ну, Тора, а что ты от меня требуешь? Пришло время проходить больше? Да? Именно так. Привет, мистер Напомнение. Привет, ЛГБСТЕ. Кстати, я не скажу, что если мне задонатит 300 тысяч, то я внезапно там перестану работать и буду только играть целый день. Не, нифига. Я такого не писал. То, что я вообще могу застримить какую-нибудь игру, это да. Но только с таким же, как сказать,
Ну, короче, не там, сколько часов? 2 дня в неделю я примерно стримлю, но сегодня какое-то рандомное исключение. Вот. Ну, потому что это Тор виноват. Он, блин, торопится больше что-то играет. А когда Тоха будет? А вот Тоха будет завтра 10 утра или 11. Скорее где-то 11. А, колечко, ну, а. Куда же от него деться-то было? Кстати, Тор, вот ты говоришь, что, ну, вот я просто хотел заметить, замечание такое сделать. Ты сам себе противоречил в рядом стоящих предложениях, короче, когда стримил. Ты сказал, что ты можешь стримить хоть целый день, типа, ну, была бы возможность, да, то есть, ну, имеется в виду, то есть, позволяли бы дела или что-то такое. И при этом ты заканчиваешь стрим даже не в 2 часа, а раньше, потому что жара пипец какая. То есть ты можешь, но не можешь, да? Получается так как-то. То есть не из-за дел ты заканчиваешь стрим, да? Вот именно из-за того, что жара. Короче, просто горит. Так, ну надо этого кольцемена тоже, это, размикрить, ну. Так, кольцемен, во. Ой-ой-ой, так. Так, чуть-чуть продамажил. Блин, вот когда это смотришь со стороны, кажется, вот то есть видишь, когда нужно прыгнуть, что, как нужно прострелять. Блин, когда доходит дело до геймплея, ну это пипец. Страны я посмотрел, очень полезно, кстати, было. Ну давайте там осталось-то пару пулек в тебя влить и достаточно будет. Зажать что ли хочет? Ну давай, все. Вот. Люка, куда? О, лол. О, жесть, как идеально. Похолодание начинается. А ты, кстати, где? Ты москвич или где-то там? Или где-то там за МКАДом, короче. Да, покажу, он меня уже просил, но много дойти надо. Вот сейчас уже я думал покажу, но, блин, не показал. А, Химки, а, ну да, ты же говорил, точно. Ну, у нас сегодня с утречка было 15 градусов, ну таких, летних, правда, 15 градусов. Ну, а днем где-то 22 примерно, мне кажется, 24. Ну, короче, и сегодня не жарко так прям явно. Такая влажная погода, не жаркая.
Но все равно гарнитуру одевать совершенно не хочется на голову. Тени, ну жесть, то хорошо, что я к вам в июне поехал, а не в августе. Так у тебя же шторы-то. Причем такие плотненькие. Так, этот готов. Да блин, пузырьками своими забомбил. Ну, вообще, то, что, хотел сказать, торы. Шторы обычно спасают. От солнца именно. От жары нет, но от солнца-то спасают. То есть они не нагревают, ну, как бы, именно лучи не нагревают комнату. Просто воздух горячий проникает с улицы, но лучи-то не нагревают предметы и так далее. Вентилятор — это круто, у меня нет вентилятора. Так что не все москвичи зажрались, хотя я какой нафиг москвич, если я не в Москве живу, ну рядом. У меня нету даже кондиционера. И на столе у меня не золотой батон. А, да... Что это было? У нас в автобусах кондиционер, вот, не, правда, не в том, в котором я езжу на работу, а вот в других таких, ну, больших автобусах кондиционеры, вот там круто ездить. Они такие комфортабельные сейчас, Лиазы новые, прохладные, летом, ой, зимой теплые. Реально, общественный транспорт сейчас становится хорошим местом, удобным и комфортным по климату. И как бы не трясет ничего так особо. Ну, то есть вообще нормально все стали делать. Ну, у меня, к сожалению, от города Пушкина до города Королёва метро не ходит. Как-то, знаешь, почему-то метро провели именно в Москве. Не знаю, почему так случилось. Зато там развязку большую на дороге делают, на шоссе. Когда ее достроят, то пробки вроде как рукой снять должна. Так что все норм будет. Так, этот готов. Пузырики, ох, повезло. По-быстрому так. Расправились. Ща. Где бы спрятаться? О, хороший момент. И не попал. О, он чуть попал. Не, ну на спидран тут явно не получится никак.
До ближайшей станции 10 остановок. А я в остановках не знаю, кстати, сколько, потому что, ну, на шоссе как-то остановки особо там, ну, никто не считает, потому что там почти никто не останавливается. Хотя вообще-то, так, я забыл, у меня же есть более ближайшее метро, там это, ну, там постановка, ну, короче, не знаю, ну, не так уж и близко, я, мне кажется, больше, чем 10. Не, ну, правильно, Химки-то ближе, потому что к Москве. Валил супермаркет погреться. А, да, бывает. А еще можно зайти в кафешку это, чтобы взять только кофе чисто из-за Wi-Fi. А вот в Макдональдсе пофигу, можешь зайти и сидеть. Как это нет? В смысле, нету кафешек или чего? Или не... А, или нет Wi-Fi? Вряд ли нет Wi-Fi в кафешке. Блин, ну как там уйти-то надо было? Да? Странно. Какие-то недальновидные кафешки, ну, раз. Это довольно-таки веский повод, чтобы пойти именно в то кафе, где Wi-Fi есть. Потому что, как бы, у нас сейчас все стараются на связи оставаться. И так далее. Так, опять колечки эти. Ой-ой-ой. Фух, что это? О, попал. Ой-ой-ой. На рандоме как-то. А в него газ-то вообще попадает? О, а что мне затеяло там? Я не понял. Да, я знаю, что там скорость плохая, но, по крайней мере, в принципе, голосом по скайпу мне удавалось поговорить. Но это зависит от того, сколько там сидит клиентов своих, ну, подключенных. Ну, кафешки обычно вроде проводным подключаются, мне кажется, логично. Вряд ли кафешки будут на клиентском 4G сидеть, который предназначен для одного человека. Вот, для одного пользователя. Ну ладно, не для одного, там вроде сейчас как до 5, там типа даже рекламы там, да, роутер, 4G роутер, там до 5 вроде ли человек или что-то такое. Но не для целой кафешки, где там могут, в принципе, и 2 десятка сидеть. И да, в том числе все юзать что-то.
Ну да, я думаю, будет, да, такое зазывать начнут. Типа вот, изобрели, да, скажут там, только у нас так уникально, нет аналогов в мире. Надо было прыгнуть просто еще раз, я думаю, спас. Ну. Зонечек такой бодрый, конечно. Мне бы хотя бы еще раз сегодня дойти до фазы с белым роботом, чтобы посмотреть, что он там. А, я забыл, кстати, наклеечку сделать на восьмой столбик. Ну ладно, разберемся там. Надо себе ходить. А, так а я что, по-твоему, лучше, чем ты, что ли, это прохожу? Мне кажется, примерно так же правда. Там надо как-то прям прыгать и вливать ему по 5 пуль. Но я не понимаю как. Ну, в смысле, ну это же слишком жестко, надо следить сразу за всем экраном практически надо. Ну расскажи, что ты понял. Ну вообще со стороны нагляднее, я согласен. Ты меня, например, научил то, что нужно слева стоять. Я вон там Мегамену влил, когда он катился под катом. Это впервые, когда я в него попал. До этого я был справа и не успевал. Плюс я на это колечко не обращал внимания, которое... Ну, пускай, то есть я вот этой как бы какой-то последовательности не видел. Ну, то есть, ну, как-то я думал, что просто, ну... То есть я видел, колечко есть или нету, и как-то не обращал внимания, что он его именно подлетает, опускает. То есть, ну, как-то вот это вот почему-то... Не пытался систему какую-то понять. Там. А, да как, я думал уже брызги пропали. Надо хорошо в воздухе спамить, или когда он спускается сверху вниз, или наоборот, уже начинает стрелять. Ну, а там еще надо следить, летят ли кольца. Ух ты, что-то он живой до сих пор. Да.
Что-то лаги непонятные, да? Вот, как будто притормаживает на секунду игра. Что-то неудачно. Вообще не попал. Кольцо летит. Так, чуть-чуть попал. О. Еще чуть-чуть попал. Так, кольца. Что-то их там много. Чуть-чуть переждать надо. Отпустил. Да что такое? Что-то много колец слишком там. Хорошо, что он как раз-таки в этот раз не до конца прилетел. Он иногда вот на одной из четырех фаз он долетает до самого края, там только в прыжке можно укрыться. А, выпустил. Так, ну, я по одной, ну, не по одной, да, но вот в разброс пускаю, что-то попадает. Стрелять, когда он в самом конце меняет высоту. Ну я, не, ну как бы по логике я понимаю, когда нужно стрелять и как, но сделать это, ну, по факту не выходит. Как бы я в это время о других вещах забочусь, типа там не пропустить бы колечко в себя, чем-нибудь такое. Зато музяка хорошая. Ну вот если бы я сейчас дольше там постоял, цели с него, мне бы кольцо прилетело сверху. Чуть-чуть пострелял. Ну вот типа сейчас я попал почти идеальный вот сейчас. Но каждый раз так делать это проблематично очень. Ох, ну как оно прям навелось как будто на меня. Привет, Инферно, да, сегодня Bosch день. It's Bosch day, я бы даже так сказал. Все почему-то стримят Bosch. Ну, раз все стримят, значит хорошая игра, да. Глубоким сюжетом, там, обучающая. Ну, в общем, полезная. Где сюжет такой глубокий, что его очень трудно уловить.
Не для нашего понимания. Так, что-то кольца разлетались. Эй, как я не запрыгнул? Ох, прям, ну, ласки. О, повезло, кольцо исчезло. Многовато колец. А куда оно отлетит? О. И ни одна пулька не попала. Прикол. Одна попала, но это очень мало. А! Ты... а, завтра больше? Ну... я не знаю, вообще только хотел с утра. Почему так медленно идет? Боги быстрее все равно не получится заспидранить, наверное. Да мне просто пройти бы, было бы уже круто. Да. Ну да, кольца, конечно, имеют интересный механизм управления. И они явно летят не по своей воле, кто-то им управляет. Потому что траектория слишком неестественная. Ну ты что, не сдох что ли еще? Ну давай то. Я не знаю, буду ли я еще играть в то время. Вообще без понятия, сколько я буду играть. То есть, в принципе, теоретически в любой момент могу закончить, но теоретически могу еще и долго играть. Так что это я сразу предупреждаю просто. Вечером стримы, они такие нестабильные, я бы сказал. Да в этом боссе как-то мало упорина слишком. Пока у меня на этом боссе никакого волнения не появляется. Даже когда я прохожу вот этого летуна. Это тебе не Марио. Где после молотков уже все трясучка начинается. Ну не знаю, тоже, может быть, я раньше пройду, кто его знает. Ну блин, правда, ты меня заставляешь играть незапланированно.
Ты вообще мне Читамайна заспойлерил? А как оно сквозь платформу пролетело? Не очень понятно. А ты завтра будешь параллельно со мной что ли стримить? Или что? Я ж с утра тоже стримлю. Да, что-то странно, немножко иногда проблема составляет этот электрический, хотя вообще-то не должен. Не, ну хорошо, что когда эти кольца отлетают от пола, они хотя бы летят по адекватной всегда траектории. То есть они летят не по адекватной, когда от лифта отталкиваются. А от пола вроде бы всегда закономерно. Вот хоп-хоп, все. Угол падения равен углу отражения. Что-то попал. По-моему, Гастли попал, да? Так, еще немножко попал. Так, кольцо летит, я вижу. Так, можно было прыгать, ну ладно. Главное не скорость, главное урон. Да, как ты не попал? Поролся, что ли? Наконец-то. Тор, смотришь? Не знаю, где-то здесь был вроде бы этот сейспот. Нет, чуть дальше. Чуть дальше. Если тут пойду по дороге, 30 тысяч килограмм, 30 тысяч? Это 30 тонн? Ты где что-то найдешь-то? Это ж Камилия и Айвон Бизовый Ребест вместе взятые. Да и то там, наверное, меньше было. Не, хотя не меньше. Наверное, даже больше. Ой, тебя там не забанят за столько текста? Сейчас прочитаю. Например, такой сюжет. После бесконечных сражений со своим доктором Мегамен изменился, у него всеми перестал питать тяжким красным местам. Ну, инферно, может быть. Еще тут, знаешь, какой подтекст? Ты же видел уровень перед этим? Там играет музыка из Metal Gear Solid. А если ты, ну, знаешь эту игру Metal Gear Solid, то, ну, короче, ну, Metal Gear, да, это большой робот военный. Вот. И, ну, типа, тут, по-моему, также такой, как бы, ну, намек такой тролльный. Ну, типа, вместо Metal Gear в качестве босса
такой вот тоже робот, только немножко другого масштаба. А вообще-то сюжет ты писал только к, именно к боссу, а вот вообще к игре, ну, то есть, куда больше идет, зачем? Почему именно эти миры? И почему он может поймать Гастли в покебол, а, например, Соника не может? Здесь бы, если Соник был бы на нашей стороне, мне кажется, мы бы победили сразу. Странно, вот я помню, что-то в Кибасте я написал какой-то тоже длинный текст, когда я покемона стримил, и его забанили за это на 10 минут. А тебя что-то нет. Ну, возможно, там буквально пару символов не хватило. Не знаю точно. Так, ну что? Так, ладно, я пока микрофон отключаю.
так. Это что-то не получилось. Ну что еще? Подумал, что только 15074 на счетчике. А интересно, тут 100 тысяч может быть? Ну, прыгаю, да. Но она же просто, по идее, должна то сначала начинаться каждый раз, музыка-то. Поэтому он всегда прыгает под музыку, по идее. Так, я у этого летающего уже снял какое-то количество, когда он только появился. А, кольцо. Да, ничего там не снял толком вообще. Так. Так. Не, ну я как бы вижу, когда в него надо стрелять, но это же не всегда получается. Эти кольца, он летят со всех сторон. Какой-то... А! Да. Ну, вот сейчас музыка совпала с началом. Это Гастрия. Его надают на третьем уровне. Совершенно официальная вещь, которая предназначена для того, чтобы на боссов наносить еще урон на этим гастре. А Тор почему-то решил себе взять такой челлендж, что пройти именно без гастре. Ну, то есть, для него игра слишком легкая, он решил себе ее усложнить дополнительно, не используя дополнительное оружие, которое дается в игре полностью официально, то есть это не чит, ничего такого. Но он стреляет один раз за мою серию выстрелов. То есть как бы шестая пулька. Ну, относительно искать, там просто нужно прыгнуть на травку в начале уровня. Ну, короче, я это нашел, хотя не старался искать. То есть без подсказок. Ну, очень очевидная секретка. Хотя типа секретка, да. Не нашел при первом, а у меня при первом прохождении вообще, короче, у меня же было так, я прошел Рю, и у меня тогда стоял, не знаю почему, потому что мне, по-моему, мне же Тор скинул эту игру, ну, то есть вообще впервые, когда я о ней узнал, и он мне скинул какой-то дурацкий репак, не знаю зачем, ну, то есть почему неофициально, который ставится куда-то там в программ файлис и все такое. И ставится он некорректно. В том плане, что он не настраивает права на папку, и в итоге игра не может сохраняться, если ее только не запустить от имени администратора. Вот. И я забыл запустить от имени администратора. И прошел Рю. Да. И когда я попытался засейвиться в самом начале,
Ну, меня пулька от сейва убила, и вместо того, чтобы появиться возле сейва, я появился совершенно в другой части экрана, то есть какой-то баг, связанный с тем, что сейв не прошел, и просто попал на эту травку сам, и, в общем, глазки появился. Ну, мне пришлось, естественно, переигрывать, потому что сейв не засейвился. Но я-то уже узнал, что там этот гастер находится. Ах, ты ж последняя бомбочка. Не, ну надо как-то уже, ну, решать с этим, ну что-то я... Ух ты ж, как он меня пробил-то. Он сильно и не спасает ситуацию, ну, чуть-чуть. Совершенно так, чуть-чуть совсем помогает. Бывает, попадают его эти пульки. А так, в целом, да, в целом разница не настолько уж большая. Особенно на таком боссе, где вот, ну, он, ну, мелкий, там надо еще попасть, как-то умудриться, да? А вот, ну, на какой-нибудь, это, Биоланта, там, где ты просто, ну, босс огромный, да, на весь экран, и ты в него всегда попадаешь, ну, там чуть побольше помогает гасты. Или там Марио, там тоже, в принципе. Но все равно, как бы, это не прямо, что настолько... Очевидно, разница. Вот сейчас экран трясся, я просто не видел, где там бомба летит. Ну, посмотрим, какие там все фазы. Ты сам туда этих фаз еще не дошел. Так, сразу такая тишина, когда вот эти остаются колечки, мне нравится, практически миротворение. Так, сейчас он вниз полетит, так, сейчас он наверх, да, полетит. О, не, что-то там очень много колец было в одном месте. Ну, Тор, смысл говорить, да? То есть, ну, увидишь. Увижу. То есть, как бы, ты вроде как будто хочешь проспойлерить, но не хочешь проспойлерить. Ну, тогда можно вообще ничего не говорить. В принципе, разницы нет. Я знаю, что я что-то увижу, потому что я же пройду этого босса. Рано или поздно. Что такое? Ну, ладно. Повезло. Так, не, кольцо летит. А, ну почему не допрыгнул? Тем более вон Гастли, он налево. Ну, короче, когда лунной походкой больше идет, то Гастли не умеет так. Гастли всегда смотрит направление движения. И, кстати, я не знаю, возможно, это даже баг, ну, как бы недоделка. А может быть, так и задумано. Но мне кажется, все-таки недоделка, потому что, ну, как бы, рассуждали гастер, ну, пусть будет полнофункционально.
Кстати, вы быстрее, за сколько там секунд надо пройти этого босса? За 120, по-моему, говорил, или за 140? Что-то сейчас было, я что-то вообще не то же сделал. 72 оставил, ну пофиг. Посмотрим, я пока что столько, по-моему, не продерживался, да, даже на кольцах. Или нет, или я там даже дольше держался. Я вот, если честно, после того, как я это прохожу этого кольцемена, я уже не смотрю на время. Да, я, в принципе, уже сейчас не смотрю на время. Ну, сейчас посмотрел. 30 секунд прошло. Так, 44 секунды, когда этот кольцемен. Так. Ну это улетает через 4 секунды, Мегамен. Лишь бы справа не заспавнился этот летун. Вот. Это нормально. Еще чуть-чуть потратил. Не, как-то неудобно. Ой. Ох, а, ну, мог бы там проскочить на самом деле. Ну, ладно. О, привет, хвост. Да вот. Это все из-за Тора. Потому что он начал меня догонять, а этого допускать нельзя. Ни в коем случае. А, не, ну как бы тут же еще время. Ну хотя я вроде бы как бы время не считаю приоритетом, но просто как бы тупить сильно долго тоже не хочется. Просто хотя бы из-за того, что все равно потом ошибку какую-нибудь допущу, и вот смысл, что я там 5 минут стоял и каждое колечко обходил, да? Ну, то есть проще быстрее уже попробовать. Тем более, что в принципе получается же иногда с такой скоростью. Ну не знаю, я когда, в принципе, смотрел сегодня стрим Тора, вот на этом же кольцемене, и мне почему-то он не казался легким, даже когда я смотрел. То есть я видел, что да, когда большинство случаев, когда он погибал, то, не знаю, скорее всего, я там тоже бы погиб, потому что, ну, это какие-то внезапные кольца, которые, блин, жесть вообще бесит. Или вот такие вот штуки, ну что я должен был сделать?
Ну, Гасли попал сейчас удачно. О, подлаг был. Так. Минутка тишины. Ну, не минутка, конечно. Да, да, блин. Вот что значит, я был сосредоточен на кольцах, но забыл, что еще этот летун. А, уже тогда не будет сейва Инферно. Там же сейв, в смысле, ну, я про то, что телепорт в конце уровня только, перед боссом. Да что же. Речка летит. А, да. Ты куда? Там не я. Так, сейчас пустим, да? Пустил. Да, он сейчас понизу. Ну, не всегда удается рассчитывать, понизу он или поверху. Потому что не всегда за этим слежу. Хотя пора уже какой-то внутренний счетчик выработать. Сейчас понизу. Так. Все? А что так быстро? По-моему, где-то здесь. А, надо еще вправо двигаться, да? Блин, надо еще вправо двигаться. То есть, там не на одном месте стоять, чуть надо вправо двигаться в процессе уже, когда эти шпульки прилетают. Да, кольцо сбило с толку. Что-то вот последний раз я вот так быстро отсунул, или что он там говорит,
что я вообще не заметил странного. То ли заговорился. Хотя обычно заговорился — это плохой эффект. Ой-ой-ой. Сейчас куда полетит? Ага, поверху. А, кольцо. Вот, смотрел теперь на летуна. Вообще, если не трудно, кто-нибудь в чате это... Обратите внимание, когда я этого кольцемена пройду в очередной раз, сколько будет на таймере. Мне просто почему-то я забываю посмотреть, и как-то немножко не до этого надо мегамена стрелять. Вообще не попал. Ух, оно какое, я думал оно это, ну понял. Или нет. А, лаг был, ну это нечестно. Оно заморозилось и, ну, короче, все испортило всю тактику. Ну я-то не прошел его. Я говорю, когда он это, обсум. Аннигилируется, короче, кого. А, цифра хорошая, ну не знаю. А, это что-то, я путаю, что синий пролетает сквозь эту платформу. Эту. А, не допрыгнул. Так, 25 секунд сейчас было, когда этого первого говорил. Так, сейчас он вниз полетит. Я думал, он сейчас понизу должен был полететь. О, хорошо попал. Ну
ты мимо вообще все нашла. All you died. Да опять он так нехорошо поступает. Сколько было там на счетчике, помню, так же где-то 25 примерно. Ну, то есть примерно я одинаково по времени всегда прохожу этого электромена. Ну да, в общем одинаково все. А опять он появился прям подо мной. Давно не было тут такого. Появился опять там, но в этот раз я его перепрыгнул. Вот опять экран так трясется, что я вообще теряю из виду просто, где Боша хотя бы стоит. Так, что-то много всего там было. А, ты куда так кидаешь-то? Хорошо. Кстати, Гастри почему-то развернулся. Поверху. А, ну, вот, наверное, не привыкну к этим кольцам. Троллит и троллит. Что с Гастри вообще? Произошло.
просто это развернулся, я что-то так и не понял. Непонятно, что это здесь сделал. А, вот, наверное, вот так. Короче. Ну, не особо он помог вообще-то, если честно. Прям возле меня взорвалось. А, думал про это, про звезду. Ну ладно. Ну да, вот он помогает на 2 больше урона наносить. Но в целом это не важно. Через кольцо пусть идут. Ага. Вообще не попал. Он попал. Вот эта первая фаза уже начинает поднадоедать. Блин, ну надо было отойти хотя бы влево, он бы уже, я думаю, не задел бы. Да, неожиданная вообще жизнь. Ну, 65. Но это только благодаря гадке, так было бы 67.
Ой. Что-то вообще странно. А, ну не важно. Ну это чисто вот первая фаза, она как развлечение такое получается. Вроде бы и не обязательно сильно наносить урон какой-то там жестко. Но и прикольно такой как мини-челлендж такой. Солгрин, походу, вначале сделал этого бомбящего робота отдельно от Крипсомена, скорее всего, а потом поиграл, думаю, что-то слишком легко, когда они по отдельности, да, решил объединить. Хотя Крипсомен этот по отдельности не особо легко, а вот, ну, кидающийся, да, конечно, без колец там было бы еще проще. Он и так-то даже с кольцами почти всегда похожи. Без колец это было бы совсем уже. Ну вот, один кольцовщик остался. Так, летит, вижу. Ох, что-то вообще не в тему. Ну там кольцо просто летело, я думал, я сумею запрыгнуть так, чтобы он не задел. Но, не, не получилось. Ой. Я уж думал, может быть, научиться этого проходить быстрее. Ну хотя, ну это надо как-то смотреть, ну, как-то, потому что я не очень понимаю, как уворачиваться от этих его электричества, если прыгать рядом с ним. Оно же, ну, от пола будет отскакивать постоянно в меня. Просто реакции. Да там даже не только реакции, там просто не хватит места. Неплохо так влил этому пиццу, хотя и не на него было рассчитано. Да, посмотри, сколько у него там осталось. Но пока одной хотя пытки не попаду, я не знаю. А, ну нормально, походу 5 пули уже к нему летело. А, ну больше и не может, я что-то одну очередь пустил.
значит все 5 улетели. Так, не закрыть. Уйти в кольцо. Ох ты ж. Итак. Время там сколько было? 55. Это ж, что ж такое-то? Ну, не могу никак. 90 секунд? Ну и как ты считаешь, это... У тебя сколько было? Очень долго, да? То есть у меня получается остается 50 секунд на все остальное. Ой. Так, позорку. Ну, вообще нехорошо получилось. Так, наполовину снял. Так, еще осталось. Ай-яй-яй, не все. Ну там меньше половины осталось. Надо, чтобы вообще ничего не оставалось. Не, ну надо как-то, чтобы реально почаще уже получалось что-то. Может, третий стрим и что-то как-то пока кисло. Не могу еще никак в той, в следующий, когда Мегамен запускается, не могу никак попасть в проем. Почти зажало кольцо меня, но не тут-то было. Казалось бы. Надо было стоять на месте, я думал, это сейчас у него та фаза, которую он прижимает. Если бы стоял, я бы кольцо не задел. Один, но у меня почти то же самое, у меня где-то 24-25, 57, то есть я на 33 секунды дольше провозился, при том, что я, в принципе, довольно быстро для себя убил в тот раз, не возился. Так что, значит, это... А, ты, ну, в итоге у тебя сколько-то получилось, общий бой-то? То есть ты еле-еле успел, или там у тебя как раз-таки был 30 секунд еще в форме?
И, кстати, если ты всего лишь на 4 секунды от этого быстрее убивал, значит, эти прыжки особо ничего не дают, что ли, твои? Ну что, 4 секунды, это вообще, лол, из-за этого стоит стараться, что ли? 116? Ну, в принципе, то есть, ну, не знаю, ну, наверное, то не успею. Потому что все-таки, то есть... На 24 секунды ты только опередил. Ну, надо, значит, еще быстрее этого убивать. Ну я, ну как-то не знаю, торможу, что жестко вообще. Но с другой стороны, надо не забывать, мне главное просто пройти, я все-таки не поставил себе цель спидрана. Просто, ну как бы хочется, ну так, чисто, ну просто, да. А вот, ну что прям по-любому, нет, такого конечно нет. Просто скорее даже, ну... Я слежу за временем, скорее просто для того, чтобы, ну, не так скучно было. Ну, то есть, чтобы хоть что-то обсудить, так скажем. Я постепенно все меньше и меньше колец этих боюсь, поэтому тоже потихоньку начинаю выпадать. Да поначалу вообще непонятно, что делать, вообще жесть полная. Сейчас уже, в принципе, понятно, что это такое кольца и что с ними надо делать, но иногда они говорят... Не, знаешь, нам они такие-то и простые, как ты думаешь. Мы можем иногда подтроллить. Ты ж прям почти в меня полетела. Да, ну... Опять это надо мегамена, и потом опять электрического. Тоже такой босс, походу, на выносливость, да? Это же я же еще, это же не последняя фаза. То есть там, походу, вообще длинная очень. Я же ему даже половину не трачу самому Мегамену. То есть даже после той фазы, которая с этими... Ну, с... Короче, тофу. Колес не повадки. Да, жесть. Ну как это кольцо летает? Ну, это нормально?
58 я Мегамена оставлял. 56. О, а что дальше делать? Блин. А, вот ты про этот сейспот, да, здесь? А вот и от этой где? Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас я прослежу. Ага, тут то есть и от той атаки, что ли, получается, что ли? Чуть-чуть правее, там чуть правее, надо прямо на ребре где-то, да? Так, надо пометить, надо пометить. Сейчас, секундочку, пойду возьму что-нибудь, скотч, еще что-нибудь. Так, все заскотчено. Ну, блин, надеюсь, следов от скотча не оставится, бедный монитор. Он не думал, что к нему придет больше. Да это еще ладно. Этот картофан там прилипал кое-что другое. О, за 21 секунду он заломился. США. А как его направить-то в левую сторону? Ну вот, смотри, когда проходит эта фаза с пульками, да, он по центру прыгает. Я стою справа от него, я же не успеваю налево пробежать. Вот. И как бы. И чё? Потом он влево убегает, и я иду на восьмую позицию. Хоть и скотч плохо видно, но. Ну хотя ладно, разобрать можно. А, то есть надо после тока фазы сразу перебежать в центр экрана, да? Ну, можно постараться, правда, стрёмно, что он свалится прямо на меня. Ну
Удачно. Колечко там не в тему вообще, если честно. Так, а вот это колечко куда? Эй, ну как я не попал? Время потрачено. Это, ну что так много колец-то, вот. Вообще не допрыгнул. Оп! Внезапно. Но у него осталось, по-моему, на эту кучку. Здорово, Мегамэн. Бежим! Блин. Так. Чуть-чуть левее. Хотя это смотря почему ориентироваться. Мне, в принципе, главный ориентир на эту палку. То есть, когда он пускает круглые, мне нужно стоять прямо в колонне. А когда он пускает эти пульки, то мне нужно чуть-чуть вправо отходить. Потом влево. Ну, короче, чуть вправо, чуть влево. Там как-то подкорректировать надо было прямо на ходу. А, восьмая справа? Блин. Ну-ка. Не, прям по восьмой справа прилетает пулька. Ну, прям по ним прилетает пулька. По восьмой справа. И прям по ней даже здесь тоже пулька. Нет, слева более-менее. А, ну просто там, по идее, я ближе буду стоять. Ну, сейчас надо еще раз посмотреть. Может, где-то будет реально сейф-спот. Ну, не очень похоже. Но возможно... Возможно, в конце седьмой. Ну, потом со сдвигом чуть-чуть вправо. Попробовать, что ли? Ну, не знаю. Ну хорошо, попробую я конец седьмой приклею сейчас. 3, 4, 5, 6. Точнее, я приклею на седьмую, а ориентироваться буду уже. То есть надо так, чтобы мне. Чтобы больше немножко задевал восьмую там совсем краешком. А когда летят вот эти пульки, то чуть сдвигаться вправо. А, если ты по линиям смотришь, то... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... А, нет, другая. Ну-ка, сейчас посмотрю здесь тогда. Если прям по линии именно смотреть. Нет, да ты чё, там вообще... Там не сейф-спот. Там же пулька прям летит. Ладно, разберусь, короче, попробую. Чё сейчас стоять, болтать-то? Я буду на ту, которая мне показалась, что удачная. Ну, в принципе, я уже стал до тут доходить, да? Относительно часто. Ну чё, давай, кольцемен. Мне твои кольца уже вообще ел. Ну, почти, конечно. Я так пошутил. Но в целом, ел.
Да, это что же не в ту сторону. Так, это куда кольцо? Ага. Так. Уф! Вернулся. Хотя это было опасно. Тоже опасненько. Ой, много осталось, что ты один, да? Так, по-моему, я слишком далеко встал. А, не... а зачем я так рано пошел? Я что-то подумал, что пулька пролетела уже. 92? Не, походу он не увидел, но он сказал, что сейчас придет. Он сказал, придет в половину, но вот уже вообще-то 7. А, ты пришел? Ну то есть ты видел, да? Ну то ли я пока что дальше тебя дохожу. Главное, втихаря подсматривают, уже всю стратегию пропалил. Не, ну в смысле, ты только что пришел? Или ты, я просто несколько раз доходил уже, если ты тут сидишь 5 минут, то я это видел. А, блин, то есть реально не видел? Вот жесть, я несколько раз дошел, ну прошел этот момент. Прям вот только что, можно сказать, за последние 5 минут где-то. Так. Сейчас. Поверху. Вот что-то я спрыгнул рано, ну ладно. Чуть-чуть попал, и то хорошо. Хотя уже надо не по чуть-чуть, уже надо помного вообще-то. Ой. Это не то, что я хотел показать. Речком чуть не затроллил. Затроллил. Вот Тор, ты как пришел, у меня перестало получаться. Тебе не кажется, что это странно? Который раз уже замечаю. И прям колечко в спину. Так.
Ну, блин, я думал, оно исчезнет, если честно. Оно обычно исчезает. Да, влияет. На улице жарко, не знаю. По-моему, не особо жарко на улице. Вообще даже прохладно. Но окно все равно нараспашку. Что бы из нормальных игр запилить? Такие существуют. Все игры делятся на Изич, графон, потом какой-то мусор, ну типа то, что ты стримишь на этих рандомных. Ну не все там. Ну короче, про любую игру найдутся, кто в чатике напишет, что она ненормальная. Или там унылая. Ты же знаешь, как это происходит. То есть либо PSX to win, там, либо наоборот, слишком говорят хардкорная там. Типа, вообще не для нормальных. Ну, то есть... Одно из двух. Или слишком сложно, или слишком легко. То была игра, которая, ну, такая, ну, то есть она продается где-то, скорее всего, да? А не чисто домашний проект. Так что, как бы, она, по идее, в ту рубрику, ну, хотя ты, в принципе, определяешь какие-то там правила, но я бы туда и не особо относил. То есть, мне кажется, это рубрика для игр, типа, которые такие самопальные, чисто. Я думал, он туда прилетит. Ну да, ты прошел с первого раза на харде. Эта игра, о которой ты говоришь, она, по-моему, даже под каким-то издателем, да, выходила. Но это уже как бы другой масштаб, все-таки там, ну, там нужно уже качество следить, чтобы, ну, хотя бы какое-то. А не так, что вот баг на баге там, ну, не там, недорисовки какие-то, еще что-то. Или там слишком сложные. Сейчас же вообще сложные игры нельзя выпускать. Вот народ отрывается на вот таких играх.
удачно пошло. Ну, ты же помнишь, какие загадки были в Lost Odyssey? Ну, там были, типа, там ящики подвинуть надо. Мы со Снапом это называли загадками. Ну просто, ну а как это еще назвать? Бессмысленное препятствие небольшое, или как? Убийца времени просто, или что? Ну просто как-то непонятно, для чего это было сделано. Слишком неудачно было. Фаза. И кольцо поздно увидел уже. Я в Майнкрафт не играл. Не, ну я должен сегодня эту фазу пережить, по-любому. Я имею в виду вот с этим, ну, с белым роботом. Ну, хотя бы одну его фазу. Я не говорю полностью его, но вообще хотелось бы полностью. Ну, хотя бы один цикл. Ты слабо прыгнул еще. Это что ж только ты что не видел? Я сто раз уже показывал. Ты чё? Так я вроде посетовал уже, когда пришел, проходил или нет. Если нет, то что-то это ты как-то мешаешь явно. Ну потому что я до этого, говорю, за 5 минут 4 раза что ли проходил. Ну или за 10 минут. Ну короче, ну прям подряд, несколько раз туда проходил. Чё, приспособлюсь. Даже когда ты смотришь, все равно постараюсь дойти до этого. Ну и ещё в записи глянешь. Или сам будешь искать. Я же сам нашел. Ну, в смысле как, в подсказке, но с такой, с текстовой подсказки. Это подсказка у тебя есть.
есть у них тема там летает. Ой, что это? Девяносто три секунды увидел. Все, вот тут видел, да? Блин, я забыл, что надо моментально идти. Я забыл, что когда он перемещается, нужно моментально идти, что-то растерялся немного. А, он сейчас сверху летит, а я не снизу. Ох, идеально поскочил. Мне кажется, кольца... Многовато, что-то колес там запустил. Так, поверху, да? Ага. Сейчас вроде опять поверху. Так. Ух, внезапно. Внезапно практически всегда достает. Только кроме случайности. То есть он их выпускает не над платформой, он их выпускает где, уже где-то, когда я прыгаю, то есть, ну, а я прыгаю чуть позже, когда он уже улетает. Да что? Ну это было не внезапно, но все равно. Не, ну реально, просто хотя бы один цикл бы той атаки пережить, и все, я бы на этом успокоился там сегодня.
В смысле, ну да, уверен, что... Не понял, так уверен в чем. Не, я говорю, что один просто пережить, и даже если на втором он, ну, короче, low you die будет, то это уже не так важно, потому что достаточно одного, чтобы как бы, задание на сегодня, так скажем, выполнено побольше. Ну, хотя бы летающего стал, в принципе, лучше проходить, это уже плюс. Ой, упал. Так, отсюда летит, ой-ой-ой, меня. А за спам, кстати, у меня тоже не особо, как и у тебя. Ты же тоже 68, по-моему, да, оставлял? Да, мой, ну и чё? Ну я 65 оставлял, даже без граста, но это был один раз. А так 67, 68. А когда не особо стараюсь, то вообще 70. Вот 68 без гасты, потому что гасты стрелял вправо. Так что лучше, я же говорю, ну ты столько же тратил. То есть если именно речь идет не о том, там вот когда в прыжках там что-то попадать, а чисто расстрельности, то по-моему у тебя такая же примерно. Просто ты не всегда на других там боссах не всегда рисковал стрелять на некоторых фазах, на которых я, может быть, стрелял. А так, по скорострельности часто было похоже, что там... Ну, как бы когда-то хоть чуть-чуть старался. Да что такое? Ну, посмотрим, начать дойти надо еще. Ну, вот видишь, сейчас я не особо старался, 71. Ну, так, просто стрелял, как обычно. Так это, а что ты не поставь стрельбу себе куда-нибудь направо там. И все. А, ходьбу налево. Будет норм. Почти вынесено. Да, я хотел спрыгнуть, но там не было возможности. Ну, в смысле, какая оборона еще больше? Надо стрелять же. Не, ну, так это потому, что ты, ну, говоришь, что ты левой рукой тяжело спамить, ну так, а ты сделал, чтобы было несложно. Ну, то есть, потому что справа, ну, направо переставишь, то есть,
Ну, ты как бы искусственно себя ограничиваешь, что ли? То есть я понимаю, что если ты плохо можешь спамить левой рукой, то ты находишь другие тактики, например, там, дольше просто проходить. Но я так понимал, что это из-за безысходности, но если ты можешь просто переставить управление, то в чем проблема? Так почему тебе же стрелочками не надо спамить? Мне кажется, быстро привыкнешь. Не, ну поначалу да, но мне кажется, это довольно-таки быстро можно привыкнуть. Да что так много колец? А, он понялся уже. Так, поверху, сейчас опять поверху. Кольца толят даже уже после убийства этого кольцемена. Да. Жесть. А чё ты пеку ставишь? Думаешь, что с первого раза получится? А если даже с первого раза получится, не факт, что со второго получится. Думал, не было в чатике. А, ну это резкая причина. Что, как там этот Найт Рики прошел Санику? Или он к нему не возвращался? Ай-яй-яй, я думал, я запрыгну, а я в потолок прыгнулся. Надо было подпрыгнуть, что выше. Да у него осталось на один разряд. Это что такое? Шестьдесят. Что-то много ему оставляю, если честно. 57. Это 53 оставляю. Ну ладно, говорят все-таки, что это тут не суть. Посмотрим. Так, скотч. А, надо было... Чуть-чуть раньше остановиться. У меня как раз-таки время хватает. Ну, чуть-чуть уже продвижение, можно сказать. А, что-то мутит, видишь? Я запоминаю по этим колоннам сзади. У меня тор... Пека-пека... Этот, скотч прилеплен на мониторе, там где нужно стоять.
кредитор. Ну, это именно прилеплено для второго случая. Ну, то есть, не когда Мегамен вниз летит, а именно для белого. Как его, кстати, зовут? Значит, что он делает? Он какие-то эти... спирали пускает кули, да? Значит, спиральмен. Так, Тор, там во многих местах можно встать, но ты учитывай, что надо встать поближе к нему, чтобы больше летало. Так-то там можно много где встать. Я поставил там, где мне кажется нормально. Много колец, много колец. А, кольцо. Шочек поэтому поймешь. Говори сейчас. Делаю скриншот и в пейнте помечаю место. Я же тебе показался из код. Так еще раз тоже говорю, там не одно место, куда можно ставить. Но там просто, когда сидишь, смотришь после лол, юдают атаку, там много мест, куда можно ставить. Разница в основном в том, насколько это близко будет к... Что-то вообще неудачно. Ух, тут сейчас повезло, можно сказать. Но сейчас не повезло. Все равно долго было, похоже. Я не знаю, как там за 57 секунд можно. Вроде бы я почти на каждой атаке в него запускаю по примерно по 4 пули, там, ну так в среднем попадает. Да, ну не знаю. Что-то. Около 90 все равно всегда выходит. Так, сейчас он поверху, да? Да давай уже убейся. Восемьдесят восемь сил.
А, вроде надо было на месте стоять, зачем я дернулся? Нет, Тор, третий. А, да, по-моему, третий. Вот смотри, что в заголовке стрима написано. Если там цифра 4, то значит третий. Заголовок читать не СПС, но... Как хочешь. Ох. Во, 70 секунд. Вот это было уже интересно. Да. Вот пиксельный момент. Все же макается нормально. Да что такое, не попал вообще. О, опять лаг был. А, ты про свою, ну так ты сказал. Да, мне кажется, у меня скоро кнопка X на клавиатуре уже тоже начнет что-то подключивать. Ну, все стираться. Что это было? Ну, пока нормально работает. Вообще хорошая клавиатура, мне нравится. Работает безотказно, все четенько. До 5-го года, в смысле 5 лет, ты имеешь в виду, короче, я не понял фразу до 5-го года. В смысле, ты только что сказал 5 лет, уже 8 лет. В следующем предложении напишешь, что ей 15 лет.
Ты же вроде недавно менял клавиатуру, я помню. И как раз таки только больше играть начинал. Ну, в смысле, ну, недавно, короче, восстанавливал. Возобновил, скажем, прохождение вот так. А, 5 лет работало отлично. Ну, еще за 3 года последний уже разваливается. Ну, я понял. Не, ну это пока немного, я не помню. По-моему, 1.5 года где-то что-то. Но предыдущая была очень дешевая и, ну, короче, быстро сломалась. А это нормально. Хорошая. Добротная. Даже больше, пока не слонил эту клавиатуру. Ой, я думал, сейчас еще будет. Шумка, блин, почти вернулся. Ну, 8 лет назад 300 рублей стоило, но это, возможно, не так уж и дешево. Я не помню, насколько это цена. Ну, я, в принципе, там клавиатуру никогда как-то не интересовался, у меня там как компания была. Похоже, я сегодня все-таки эту фазу не переживу, потому что, ну, уже заканчивает это все-таки. Ну, еще пока попытаюсь. Возможно, скоро закончу. Да что ж такое? Ну, кнопка сон, чтобы комп сон вводить. Как-то очевидно, по-моему. Кто-то любит выключать комп, кто-то сон вводить, а кто-то вообще не выключает. По-разному же. Ну, Тор, ну, ты тогда выбирал бы клавиатуру под себя. Почему ты выбрал клавиатуру, которая тебя не устраивает, именно тебя, а не всех? И, ну, возмущаешься, что на ней там лишние кнопки. В смысле, много черных клавиатур? Полно. Хоть завали черные клавиатуры. И все разные. У меня тоже черные. У меня и корпус черный, там по. И гарнитура черная. А Xbox белый. Потому что дешевле. Я так. Ну, зато дешевле. На XK хватило денег. Ой, ну в смысле, я же, конечно, лицензионными играми пользуюсь. А XK так, ну просто, ну, ну так, на всякий случай. Почему никто не знает, что такое XK?
Понял, что это тихо. Опять 90 плюс секунд. Тор, тебе не кажется, у тебя уже чутьё. Ну а что поделать, это вечерний стрим. Могу закончить. Если мешаю. Что, у меня микрофон еще и запахи передает? Хотя я ничего не чувствую вообще-то, так что я не знаю. Или ты за 1000 километров чувствуешь? Его могут слушать бесконечно? А че они слушают-то? Ну и че это... Китти пробуешь или Мегамена сразу? Вижу, колечко летит. Посещённое. Оп. Сдохну. Сдохну. Ну ладно, я надеюсь, все-таки не критичный урон, потому что я очень много в него оставляю, походу, 63. Ну, по крайней мере, даже я меньше оставлял. Да что ж такое, ну? Который раз уже, ну? За 20 попыток, ну нифига себе ты даешь. А, Тора, я не знаю. Пока не это, не зайду, да откуда я знаю. Ну, у меня не меньше 70, как видишь. А, в смысле, меньше 70 после подката должно быть? Я думаю, всегда сбывается. Что же это? Вот 70. Или ты между 70%. Просто что-то ты когда играл сегодня, ты там что-то про проценты речь шла. Логи быстрее говорил про проценты. 70% надо типа, чтобы осталось. А это 63 пункта. Ну я откуда знаю, Тор, я до конца не видел. Что-то я за слово почел.
пока повезло. Так, куда он сейчас? Да, ну, это такое чувство, когда на тебя летит прямо на тебя колечко, и ты не понимаешь, что надо делать. То ли прыгнуть, то ли в полку идти. И в итоге... Привет, Найтрики. Ну что там, Соника прошел? Хотя я думаю, если бы ты прошел Соника, это же так понимаю, первый раз проходишь, то бы тут уже с криками ворвался бы куда-нибудь. И говорил бы, я прошел Соника. Ну, по крайней мере, у меня так было. А, отдыхаешь? Ну ок. Удачно тогда достримить. Ну вот этого гада надо убивать. Ну пока что-то, блин, не выходит. Я имею в виду вот этого гада, который сидит вправо, вон там, справа в какой-то металлической штуке. Да? Я не видел то. Я так видел, ты в скайпе писал. Ну и, собственно, сам стрим. Побуду мы сваливаем. О. Так, поверху. Снова поверху. Ой-ой-ой, ну почему он чуть-чуть правее полетел бы, и все было бы хорошо. Ну, короче, у меня такое чувство, что с платформы можно вообще не спрыгивать. И забить его прям там. Ну давай, удачи. Брат побольше. Ну, Тор, мало ли, что ты давно сказал. Надо, чтобы я это прочувствовал. Сказать все, что угодно можно. Опять же, да, больше можно без метки пройти. Ну, то это уже как интерпретировать. О, вообще ничего не попало. Кстати, а кто там сверху прилетает, ну, и скидывает эти бомбы, и, ну, эти пузырьки, я что-то, нет, не могу никак заметить. Надо скриншот, что ли, будет сделать. Интересно просто. Так, значит, когда он летит сверху, то он пускает кольцо влево, тогда мне нужно моментально прыгнуть.
Раз я не могу ту фазу пройти, значит, мне надо хотя бы научиться хорошо и быстро проходить этого летуна кольцевидного. Опять не попал, ну чуть-чуть же прям. Все бы влетело, если бы чуть-чуть раньше бы скрыл или позже наоборот. Оно, по-моему, под ним прилетело, значит, я должен был чуть позже скрыть. Ну, я как-то интуитивно вроде представляю, как он летит. Там дело, тоже, я тебе, может быть, подсказку дам. Дело не в том, напрямую, как бы, когда он, да, именно, там, через две или через одну. Дело в том, что одно кольцо должно исчезнуть с экрана, чтобы он выкинул еще одно. То есть он именно на это ориентируется, а не на то, в какой он там фазе. Да что это? Ну да, на память тест. А ты на ЕЗ или на каком? Или ты на Total Average? И это не пингвин, это этот король Дидиди из Кирби. А, еще снизу прилетело. Ну хоть что-то влетело. Мало. Да, на харде, на хардоне боссы такие же, как на тот, куда берешь. Что это такое? Летает. Так, ну короче, играем до 20-й, наверное, смерти. И надо уже заканчивать. Да что такое? Чуть не умер. Ну,
Да, ну куда ты выпустил эту ерунду? Да походу сейчас Инферно там это Соника так за 15 смертей завалит. Да что я даже не пошевелился, чтобы уйти. Да. Только боюсь, такие имбо-тактики мне было не подвластны. Вообще, конечно, это смешно, потому что я на Ките потратил, по-моему, больше 1000 смертей, да, то есть, ну, правда, он видел, наверное, как это проходится, но вообще в ките там особо смотреть нечего, и вообще больше, как бы, как говорится, видеть это еще ничего не значит, да? Видеть это не играть, ну, так что, ну, разница пипец, каждый день 20 смертей с первого раза ките прошел, ну, в смысле, впервые. Повезло, кольцо исчезло прямо подо мной. Вот, кстати, 77 секунд было. Я стримил Окибастье, но плеер не поднимал, да? Ну как же достал этот момент? Я вначале я стрим вообще не поднимал. А что, раньше категория платформер была? А сейчас и есть категория платформер. Я же выставил платформер категорию. Вроде. Должно быть все норм. Привет. Привет, Костобрик. Этот момент, конечно, напрягает, вот где это, ну вот, Мегамен вниз летит, ну, что-то. То есть вроде бы как бы с одной стороны несложно, с другой стороны сложно. Ну. Короче, рандомный какой-то, что мне нравится вообще. Нафиг надо. От меня там, можно сказать, почти ничего не зависит. Ну как-то, да, вот. Просто удачно встал, неудачно встал. Чуть подвинулся правильно или чуть подвинулся неправильно. Опять все мимо пролетело. После перезапуска управление сбрасывается больше. А что ты там проходишь, Костобрик?
Соника вторую неделю? О, а скинь эту, ну, короче, когда я закончу стрим, ну, если еще будешь тут, ну, ссылку, короче, на канал, я загляну тоже. Пока буду делами заниматься, это будет там потихоньку. А вот, в общем-то, стрим сейчас уже и заканчивается. 15 220 смертей мне достаточно. Вообще, мне норм. Ну, не проходится пока Мегамен, к сожалению. Не знаю. Фух, тишина. Вот. Ну... Не знаю. Ну как бы, буду играть, скорее всего, теперь почаще, потому что кое-кто меня подгоняет очень жестко. Вот. Костобрик, давай зови, если чё, да, если ты сейчас будешь стримить, я пойду и всех, кто здесь, тоже агитирую. Вот. Ну все, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем пока.